В этом году мы взялись за серьезный инфраструктурный, социально значимый, я бы даже сказала, проект помощи приюту «Дом с хвостом». Будем в этом году им делать крышу, делать инфраструктуру во дворе, делать заборы, делать будки. Волонтерство, на мой взгляд, это возможность нашим работникам, в том числе, реализовать свои желания за пределами рабочего времени. И вот компания дала людям эту возможность в рамках волонтерского движения действительно менять среду вокруг себя, помогать школам, детским садам, делать что-то просто хорошее, полезное для города. Компания дает возможность изменить вот эту вот среду. И в этом смысле, когда вот это все там вовлекается, от этого выигрывают все, там, в том числе и компания. Ну и компания вот так уж, если там на выходе, знаете, получает сотрудника там совершенно другого и иного качества. Сейчас проходит такое важное событие для волонтеров – экосмены, мы их назвали. Они будут у нас проходить 3 раза эти выходные, следующие и через следующие. Они для активистов. Активистов, которую выбрала команда. Всегда стараемся наполнить мероприятия разными активностями. Сегодня у нас есть такая содержательная часть, где ребятам эксперты рассказывают о целях устойчивого развития. Да, это сейчас тема, которая продвигается во всем мире, и волонтеры тоже, конечно же, двигаются в этом направлении. Это важно. Команда у нас формировавшаяся давно, люди интересные, ответственные, жизнерадостные, в любой активные, в любой момент способны подорваться с места и принять участие в любой волонтерской деятельности. Вдохновляет это все-таки отзывы граждан, улыбки граждан, когда они приходят на маршруты и видят какие-то нововведения, уютные домики те же, которые сделаны. И люди говорят спасибо, это радует. То есть, в принципе, это для людей. Вот это все и радует, это все вдохновляет. Ну, нам это нравится. У нас нет такого, что вот, чтобы нам что-то это... Ну вот нам нравится. То есть мы получаем от этого удовольствие. Нам нравится что-то делать. Сюда мы вот приезжали в том году, делали тоже, получается, по тропам настил.